Война меняет людей. Война выжигает души и разрушает семьи. И редко она стоит принесенных ей жертв. Моим братьям пришлось выбирать между делом конфедерации и жизнью нашей семьи. Когда они вернулись домой и сказали, что дезертировали, я не поверил своим ушам. Но я понял, почему они это сделали. Ради семьи. Итак, всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Call of Juarez «Узы крови». И что бы то ни было, почему она не грузится? А? Ну блин, спасибо. Так, а за кого мы играем? Смотри, весь сход у Джексонов забили. Черт. Рабы? Мы, походу, забили мы. А, у него только один пистолет. Печаль. Янки, наверное. Ух ты. А, здорово! Когда ты успел этому научиться? Ну, пока ты старел. Ну да, смешно. Да, смешно. Ни хера это не смешно. Да черт. Ладно. Крутые у нас способности, да? Ну-ка, повтори свой трюк, умник. Пройдет ли этот фокус с Янки? Да. Вы нас слышали, зуб даю. Думаю, пройдет. Так побеждали, ну. Да и быстрее. А, ты почти такой же меткий, как я. Один ушел. Он вернется с подмогой. Да. Не успел его догнать. Ладно, бежим. Слушайте, что-то мне начал нравиться этот персонаж. Может, мне за него играть? Бедный Джексон. За Томаса? Он такой прикольный. К тому же, судя по всему, у него... Думаешь, и наш дом созреет? Тут кино. Он же совсем Откуда? Близко. А что за херня? Отправим их к чертям на сковородку. Ты слышал? Почему я кашу сегодня? Это из-за Скарима, да? Это Джексон. Он сейчас сгорит заживо. Бежи ты быстрее, Рэй. Ох, ты поймай. Не то. Да где ведра-то? Я уже знаю, что надо делать. Где ведра? А, во-во-во-во-во. Ай. Бери ведро, Томас. Откройте! Выпустите! Не открывается! Рэй, дебил, открывай. Выходи, придурок. Попожаришься. Фух. Давай рассказывай. Вставай. Эти скоты хотели сжечь меня живьем. Перебили всех коров. Рабы? Нет, солдаты. Сукины дети. Они ваш дом заняли. Ну ладно. Устроили там дебос. Заняли? Что значит заняли дом? Там же осталась мать и Уильям. Я не знаю, что с ними стало, но там была пальба. Сам слышал. Солдаты! Бог милостивый! Надо бы заглянуть на конюшню. Сюда. А я уже понял, давай, шевелись.
То есть мы врываемся в стройку, да? Это был я. А, черт, несчастный случай. Да ладно, я просто хотел это сделать. Помоги мне. А ты, малыш, растолстел? Давай лезь скорее. А, спасибо, брат. Загоняет тут. Ну, ломай, круши. Зови подкрепление, Рейки. Куда он побежал? Блин, дебил. Ладно? Идем, они нас не видят. Это радует. Правда радует? Так. Есть эта херня, конечно. Попробуем через эти. Смелостью этих херней. Ага, мы спалились. Да, пожалуй, тренировки не прошли, да. Блин. Спасибо. Да ради бога, мне не жалко. Чё там? А тут никого нет, чё ты? Та-та-та. О. Хорошо. Ух ты! Блин. Нафиг выпуск один. Еще? Эй, он был мой! Ну, вот и все. Ух ты. Давай-ка. Что тут? А, вот это вот и есть те секреты. Ой. Блин. Что-то я испугался слегка. Подождите, тут где-то жалко. Блин. Подожди. Где-то пистолет лежал. А, не, это у меня ржавый бальзак. Все. Извините за тупость, я просто... Ладно. Держи! Что значит держи? Ты чё с картошкой? Тебе конец! Чего? Что такое? Что я теряю? Молодец! Что-то я теряю. Эй, где ты застрял? Что за херня? Они прячут здесь. Посмотрим, нет ли того, что принадлежит нам. Ага, пошли. Тут вроде никого нет. Бабло. Бабло правит миром. Хорошо. А ну-ка наверх. Секрет? Будь чист, брат. Можешь вылезать из укрытия. Что значит вылезать из укрытия? Ты чё? Я и не прятался. Время на исходе. Всё. Идём. Так. Ну, судя по всему, мы подбираемся к нашему дому. То есть, к дому... Рэя, Томаса, его брата Вильяма и их матери. Отца у них наверняка нету. Ну, об этом история замалчивает. Ну, мне понравилось за Томаса играть. У него и способности такие прикольные, и вообще он крутой. Джексон, вот бедолага. Не нравится мне это. Да он не просто бедолага, он... Ладно, он к Вике.
Гатлинг? Ёб твою мать! Гатлинг! О, это капец. Гатлинг это вообще, по-моему, жопа. Если брать с научной точки зрения, то 30 патронов из гатлинга просто разрывает человека на говно. Ну, на мясо. Так, Том, это Трей. Чё ты там тупишь? Пошли. Попробуем обойти. Пошли. Окей, пошли. Много. Жди здесь и не высовывайся. Блин, да почему я не попадаю? Это не сложно было. Если вы думаете, что я по такой глупой причине решил использовать читы, нет, это не. Решили выгонять нас отсюда. Они пригонят нас прямо на Гатлинг. Да, и херово. Приводят в режидо. Черт. Так, видишь дерево? Влезь на вершину и всади пулю стрелку между глаз. Окей. Мама не велела лазать по деревьям. А где моя лассо? Блин, а как я вылезу? А, вот она, фу. Ну что, проклятый ублюдок? Ты у меня на прицеле. В яблочко. Ты попал. Говно просто. Ты, вот это была ты. Выстрел. Так, побежали. Нет. Решительно. Я буду играть еще за Томаса. Еще на подходе. Спохни, ублюдок. Так, где? Блин. Хорошо, пошли. Давай возьмем лошадей. Надо только перезарядиться. Ну, похоже, это все. Ты идешь? Теперь пора домой. Да, согласен. А, вот, спринт работает. Похоже, у нас гости. Блин, успел. Вот это выстрел. Сейчас ты будешь убит. Ой, ты посмотри на него, да? Я уверен, что целился не в лоб. Дайте уйти. Ой. Ты что творишь? Да блин. Выстрел мимо такой кучи, это жесть.
Томас тут решает. Да блин. Да так как я целюсь, это вообще жесть. Я так не попаду вообще ни в кого. Господи. Простите меня за мою косость. Я не знаю, что с этим со мной. Еще в серии с Карима я сегодня не в духе был. А тут-то вообще. Ты там как, Рэй? Живой? Всех убили. Да. Думаю, всех. Почему тревожная музыка не перестает? Крыша тогда? Просто как решето. Да, это правда. Пушка. Прости, я не могу вот в этого попасть. Покажись, трус, да? И почему она еще в команде? Окей, я понял. Давай. Зови подкрепление! А у меня больше патронов нету. А, ну остальные трейсы кончил. Не умеют, зато их подстрелить легче легкого. А ну назад! Не то застрелю парня и старуху! Ясно? Черт! Иди к балкону на посаде! Сейчас устрою перекрестный огонь! Отпустите мать и брата! Мы никого не троним и сразу уйдем! Пошел ты к черту! Больше просить не буду! Ну так давай, забери свою семью! Сейчас все будет. И где ты? Прости, у меня патронов нету. А, ну мы и так всех положили. Отлично, феерично, красиво, пафосно. О, блин, матушка уже, походу, умерла. Мама? Да. Умерла? Она умерла ночью, Рэй. Ох, твою мать. И за что ей все это? Я запер дверь на засов, но ее выбили. Я пытался защитить маму, но... Черт. Оставаться, Рэй. Надо идти к бухте, поискать способ отсюда выбраться. Как вы здесь оказались, Томас? Почему?
Зато мы не бросили свою семью. Все остальное не имеет значения. Рэй, что там происходит? Уильям, укрытие! Далеко. Тащите. Суки. Сейчас мы подрючим немного. Ай, класс. Корабли я еще не топил. Хотя не, вру, топил. Корсары было... Была отличная игрушка в свое время. Смотри, он даже... Подожди, у меня тут где-то пулемет Гатлинга был. Пусти, ходу! Проще простого. Вот такое вот возвращение домой. Маму. Здесь оставаться нельзя. Ты слышишь, Рэй? Рэй, построим заново. После войны мы вернемся. И здесь снова будет наш дом. Вот и есть мечта, за которую можно бороться. О-хо-хо-хо-хо. Через какую тучу народа мы прошли. Мы пропустили все беседы. Генерал. Зачисто, сэр. Ай да Макко. Вы только посмотрите на всех этих янки. Я воспринимаю это как личное оскорбление. Надругательство над всеми принципами южанина и джентльмена. Они не подчинились прямому приказу. Они дезертировали. Именно из-за таких негодяев, презревших свой долг, Атланта сгорела. А, все-таки Атланта сгорела. Мне за все заплатят, будь то завтра. Так это уже конец войны, значит. Это уже конец войны, значит. Потому что, когда Атланта сдалась, там еще, по-моему, год был. Какой год? Пару месяцев еще, и война кончилась. Что ж, на этом и заканчивается вторая глава. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых видео.